Сядь удобно, так, чтобы твоему телу ничего не мешало. Чтоб у головы был упор, ты можешь сесть или лечь так, как тебе удобно. Займи удобное положение, чтобы при расслаблении тела тебе не приходилось его поддерживать физическими усилиями. А теперь сделай приятный глубокий вдох и выдох. И сделай еще раз приятный глубокий вдох и выдох. И еще раз приятный глубокий вдох и выдох. Закрой глаза. А теперь вспомни, зачем тебе нужно погружаться в это приятное состояние. Какую цель ты преследуешь? С каждым вдохом ты погружаешься все глубже и глубже. Не обрати внимания на свои веки. Твои веки закрыты. А теперь расслабь их. Расслабь их так полно, как ты можешь. Полное мышечное расслабление на веках. И когда ты расслабишь веки максимально, ты поймешь, что расслабленные мышцы не могут работать. Так же, как расслабленная рука не может двигаться, так и расслабленные веки не могут работать. И сейчас ты полностью расслабляешь мышцы своих век, и они перестают работать, ведь они полностью расслаблены. И сейчас, зная, что твои веки расслаблены, и зная, что, чтобы открыть ее веки, тебе придется их напрячь, попытайся открыть веки, не напрягая их. У тебя ничего не получится. Ведь твои веки полностью расслаблены. А теперь перестань проверять и пытаться открыть глаза. И продолжай погружаться все глубже и глубже. Ты погружаешься с каждым вдохом все глубже и глубже. А теперь перенеси расслабление с век на макушку головы и пусти вниз эту приятную расслабляющую волну с макушки головы до кончиков пальцев рук и ног. И ты сейчас чувствуешь, как эта волна скользит по твоему телу, и тебе приятно, легко и комфортно. Ты чувствуешь себя в безопасности, ты чувствуешь, как весь организм твой обновляется, как с каждым вдохом тебя наполняет живительная энергия. Ведь твой организм сейчас расслаблен, и каждая клеточка твоего организма наполняется этой живительной энергией. И сейчас снова обрати внимание на свои веки и проверь, что они полностью расслаблены, и убедись, что они не могут подняться. Хорошо. Перестань проверять и перенеси это расслабление снова на свое тело приятной волной расслабления с самого верха до самого низа, с макушки до кончиков пальцев рук и ног. Снова обрати внимание на веки, так же как и до этого, проверь, что они не могут подняться. Не очень. Но перестань проверять и погружайся еще глубже. Как и до этого, перенести это чувство расслабления на макушку головы и направь чувство расслабления сверху до самого низа. Приятная расслабляющая волна проходит сверху до самого низа. Тело расслабляется с каждым вдохом. Как ты знаешь, расслабление может быть еще глубже. И давай его еще углубим. Перед тобой ступеньки. Ступеньки ведут вниз к более полному расслаблению, более приятному состоянию. Каждая ступенька вниз усиливает твое расслабление, твое мышечное расслабление и твое умственное расслабление в два раза. Ты становишься более расслабленным и мышечным, и умственным. Ты становишься на пятую ступеньку, и ты чувствуешь, как в два раза сильнее расслабляешься. Ты шагаешь вниз на четвертую ступень. И ты расслабляешься еще в два раза сильнее. Твой мозг расслабляется в два раза сильнее.
ты наступаешь на ступеньку 3 и чувствуешь, как тело еще сильнее расслабляется. Приятная волна прокатывается по телу, приятная волна расслабления. Твой мозг также расслабляется за телом в 2 раза сильнее. Ты на ступеньке 2, и ты чувствуешь, как твое тело все обмякает и обмякает. Твоя голова вслед за телом также расслабляется. Ты становишься на ступеньку 1, и твое расслабление усиливается в 2 раза. Сейчас ты на ступеньке 0. Полное мышечное расслабление всех органов, всех мышц твоего тела. И полное расслабление твоего мозга, твоих мыслей и все того, что контролирует твой мозг. Полное расслабление. Тебе легко и комфортно. Мой голос тебя усыпляет. Ты погружаешься все глубже и глубже. Если ты слышишь какие-то посторонние звуки, то это только усиливает твою глубину, и тебе также легко и комфортно. Ты знаешь, что следуя за моим голосом, ты становишься лучше, здоровее, и твоя жизнь улучшается. Ты можешь достигать своих целей, менять, убирать страхи и работать над собой. И это хорошо. Ты знаешь, что следуя за моим голосом, тебе будет легко и комфортно. И мой голос здесь для того, чтобы ты стал лучше. Лучшей версии самого себя. А сейчас мы погрузимся еще глубже. Ведь всегда можно погрузиться еще глубже. Сейчас я посчитаю от 1 до 5, и ты позволишь себе погрузиться гораздо глубже, чем когда-либо до этого. Ты всегда можешь погрузиться еще глубже. 1. Расслабляешься еще глубже. 2. Расслабляешься больше и больше с каждым вдохом. 3. Погружаешься еще глубже, чем до этого. 4. Еще более глубокое состояние. 5. Твое тело, мысли расслаблены, и ты чувствуешь себя легко и комфортно. С этого момента и до окончания сеанса ты будешь погружаться от каждой мысли. Твоя каждая мысль будет погружать тебя только сильнее и глубже. Каждый звук тебя будет также погружать сильнее и глубже. А сейчас вспомни ту ситуацию, которая связана с окружающими людьми. Когда ты чувствовал дискомфорт, когда тебе нужно было к кому-то подойти, обратиться, познакомиться с парнем или с девушкой, и ты чувствовал дискомфорт, может быть, страх. Может быть, еще какое-то чувство, которое тебе мешало, которое разливалось по телу или концентрировалось где-то в определенной области. И ты чувствуешь, что оно тебе мешает, что оно тебе не дает двигаться дальше, не дает совершить то действие, которое ты хотел совершить с этим человеком или с этими людьми. Вспомни эту ситуацию ярко и четко, продолжая спать, слушая мой голос, и вспоминаешь эту ситуацию. Это ты сейчас смотришь на эту ситуацию как бы со стороны и видишь себя взволнованным или испытывающим другое негативное чувство, которое тебе мешает. И ты видишь этих людей или этого человека, с которым ты хочешь провести коммуникацию. И сейчас ты станешь самим собой в той ситуации на счет 3. Итак, 1, 2, 3. Ты там. Ты чувствуешь все ощущения в своем теле. Ты чувствуешь напряжение. Ты чувствуешь дискомфорт, связанный с этой ситуацией. И сейчас ты усилишь это дискомфортное состояние. Будешь его чувствовать сильнее и глубже. Ты его усиливаешь. Ты чувствуешь, как в теле оно сильнее проявляется. А теперь войди в это чувство. Найди это чувство, найди его центр и входи в этот центр этого чувства. И становись там собой. Становись там собой более ранним. Итак, ты сейчас там. Ты в более ранней версии самого себя. Ты
ощущаешь то, что ты тогда ощущал, и видишь то, что ты тогда видел. В твоем теле возникают какие-то дискомфортные чувства, связанные с окружающими людьми или еще с чем-то. Но теперь усили это дискомфортное чувство, чтобы ты ярко его ощущал. Это чувство усиливается, и ты его лучше и ярче ощущаешь. При этом ты остаешься во сне, ты продолжаешь спать, четко и ясно слушая мой голос. Мой голос тебя не тревожит, ты ему следуешь, продолжая спать. А теперь, чувствуя в своем теле дискомфортное чувство, связанное с определенной ситуацией, входи в это чувство, войди в центр этого чувства и становись там более ранней версией самого себя. Становись более ранней версией. И на счет три ты окажешься там и будешь в том своем теле, в том маленьком возрасте. Так, один, два, три. Ты там. Ты все чувствуешь и осознаешь. Но, возможно, это ситуация, в которой ты уже был до этого. Ты просто вернулся в нее снова. Возможно, это ситуация более ранняя. Пусть будет так, как у тебя сейчас есть. Это нормально. Все сильные эмоции, все сильные чувства не возникают спонтанно. Сильная эмоция должна проявиться, когда у нее есть что-то, что ее цепляет. Как фундамент, который позволяет этой эмоции реагировать сильно и даже неадекватно сильно. И сейчас, чтобы убедиться, что мы нашли корень, что мы нашли самую сердцевину этого чувства, мы спустимся еще глубже. При этом ты продолжаешь спать и слушаешь мой голос. Мой голос тебя не тревожит. Ты следуешь ему и продолжаешь спать. Ты не просыпаешься. Ты спишь, и тебе комфортно и легко. Ты знаешь, что я тебя веду вниз, вновь к этим чувствам, забытым чувствам из детства, для того, чтобы ты стал лучше, для того, чтобы ты стал более расслабленным, здоровым, счастливым. И я делаю это только ради твоего блага. Все, что я говорю, будет положительно влиять и влияет на твое здоровье. Поэтому ты следуешь моему голосу и остаешься в этом расслабленном состоянии, понимая, что все изменения, которые ты сейчас производишь, это твоя работа, и ты становишься более лучшей версией самого себя. И ты этого хочешь. Ты знаешь, что ты этого хочешь. Ты в той ситуации. Ты та более ранняя версия самого себя. Ты видишь эту ситуацию своими глазами, ты чувствуешь то, что чувствовал там и тогда. И сейчас усили это чувство, усили, чтобы оно ощущалось в теле. Усиливай и еще усиливай. Очень хорошо. Сконцентрируйся на этом чувстве и почувствуй, что это чувство имеет свою вибрацию. Эта вибрация отличается от вибрации тела. И теперь входи в это чувство и принимая вибрацию этого чувства и начиная вибрировать телом, мысленно или физически, неважно, как тебе угодно. И начинай выражать то, что не выразил. Выражать физически или умственно. Ведь все невыраженные эмоции, все подавленные эмоции, они тянутся из детства в нашу взрослую жизнь и мешают, и тормозят. И продолжая выражать то, что ты тогда не выразил, то, что ты тогда себе запретил выражать, тебе становится легче. Продолжаешь выражать это чувство. И слушаешь мой голос. Мой голос тебя не беспокоит. Ты слышишь его четко и ясно. И продолжаешь спать. Продолжаешь спать. Сейчас я тебе даю еще время для того, чтобы ты выразил все, что ты хочешь выразить. Продолжаешь выражать все, что ты хотел выразить.
физически или умственно этой вибрации. Или, может быть, какими-то движениями, как тебе угодно. Сейчас посмотри на себя и скажи, сколько осталось процентов от того чувства, которое раньше было. И теперь сконцентрируйся на оставшейся части и входи в эту оставшуюся часть. Становись там этой оставшейся частью. Сконцентрируйся на чувстве, которое у тебя осталось. Это. Что тебе хочется сделать? Это может быть прятаться, может быть замереть, это может быть убежать или напасть. Если у тебя чувство прятаться, то тогда ты сейчас будешь следовать моим командам. В случае, если у тебя другие чувства, ты просто продолжаешь оставаться в этом расслабленном состоянии. Итак, для тех, кто чувствует, что им хочется прятаться в этой ситуации, становитесь и входите в это чувство и начинайте прятаться, прятаться, как вам хочется. А теперь, когда вы спрятались, начинайте выходить из укрытия и идти к тому, от чего вы прятались. И этим самым вы выражаете то, что вы когда-то не выразили. А теперь для тех, кто чувствовал, что ему хочется замереть в этой ситуации, начинайте замирать. Чувствуйте это чувство и начинайте замирать. А теперь начинайте двигаться и оживляйте все, себя и окружающее, все, что там замерло. Начинайте оживлять и начинайте двигаться, Очень хорошо. Тем самым выражая то, что вы когда-то не выразили. Да. А теперь те, кто чувствует, чувствовал убежать, кому хотелось убежать, начните концентрироваться на этом чувстве и убегайте. А теперь, когда вы начали убегать, остановитесь и идите навстречу. Навстречу этому чувству, от которого вы только что убегали. Тем самым выражая то, что вы когда-то не выразили. А теперь те, кто хотели напасть, начинайте нападать на того, с кем связано это чувство. Быть может, это какие-то близкие люди, или мама, или папа, но вы понимаете, что вы сейчас во сне, и все, что вы видите, это лишь галлюцинация. Это не настоящий мир. И выражая, вы просто выражаете то, что когда-то не выразили, не причиняя никакого вреда окружающим. Это лишь галлюцинация. И если вы хотели, чувствовали, что вам хотелось напасть, и вы тогда эту эмоцию подавили, сейчас разрешите ей проявиться и начинаете нападать на ту вещь, которая вам запрещала что-то, которая доставляла дискомфорт. Сейчас я даю вам всем время для того, чтобы вы проявили эту эмоцию и выразили все, что вы не выразили в движении. Итак, сконцентрируйтесь на том, что осталось от этого чувства. Это может быть 30%, 10%, 5%, неважно. Итак, мысленно положите руку на то оставшееся, что вы еще не выразили. И начинайте повторять за мной про себя. И я признаю инстинкт спрятаться, убежать, замереть, напасть, скажите, свой. И то, как этот инстинкт поддерживает мою безопасность. И я признаю разницу между мной там и тогда и взрослым мной.
Я признаю то, что могло быть опасным для маленького меня, может быть безопасным здесь и сейчас. Я признаю, что опасность миновала, и сейчас я в безопасности. Я признаю, что все произошедшее связано с этим чувством как опыт, а не как травма. Я признаю, что теперь я сам решаю, когда мне испытывать это чувство, а когда нет. Я признаю, что сам решаю, каким мне себя чувствую. Я признаю, что я прощаю себя за то, что я ошибся, решив чувствовать себя таким образом. Очень хорошо. А теперь сконцентрируйтесь на том, что у вас осталось от этого чувства. И теперь предоставьте тому, что осталось, голос. Выражайте то, что вы не выразили, высказывайте то, что вы не высказали, тому человеку или тем людям, или тому объекту, который был причиной возникновения этого чувства. Высказывайте все, что вы думаете, про себя. А теперь станьте тем, кто был виновником этого чувства. Не хотел ли он вас обидеть? И если нет, то и вам нет смысла обижаться на него, ведь это была ошибка. Вы ошиблись, решив обижаться на него. Если виновник вашего негативного чувства хотел вас обидеть, то, глядя на эту ситуацию со взрослой позиции, посмотрите. Чему ты мог научиться, что ты мог подчеркнуть, понимая, что люди, которые хотят обидеть, это люди, у которых внутри есть детская травма, горе, и они просто так себя выражают. Не ты причина того, что они обижают тебя, а они сами причина того, что они обижают всех вокруг. Понимая, что и в том, и в другом случае нет смысла обижаться на то, что вызвало в тебе эти негативные чувства и что тянулось с тобой всю жизнь, отпускай эту ситуацию и теперь стань собой. Понимая, что теперь нет смысла злиться, обижаться или испытывать то чувство, которое ты испытывал, что это все опыт, потому что вы все же остались живы, и даже когда вы испытывали те неприятные негативные эмоции, вы все-таки остались живы, и только это важно. И теперь, глядя на самого себя, скажи себе: я тебя прощаю, и дополните в этом месте тем, что относится к вашей ситуации. Быть может, вы себя прощаете за то, что вы обиделись. Быть может, вы себя прощаете за то, что неправильно отреагировали. Быть может, вы себя простите за то, что вы ошиблись. И теперь сделайте новый вывод, который вы можете сделать, глядя на эту ситуацию уже с новой позиции. А теперь войдите
в момент до этой ситуации. Вы за несколько мгновений до этой ситуации с новым выводом, с новыми ощущениями. И теперь проиграйте эту ситуацию по-новому. По-новому проигрывайте эту ситуацию с новыми ощущениями, с новым выводом. Вы видите, как все играет совершенно по-другому. Здесь нет теперь сильных эмоций, вы просто получаете новый опыт. И из текущего момента начинаете расти, расти по всем ситуациям, связанным с этим чувством. И в каждой ситуации вы прощаете окружающих, вы прощаете себя, реагируете по-новому, но не меняете ситуацию. У вас есть все нужное время для того, чтобы вам закончить. Как только вы закончите, вы выйдете из этого расслабленного состояния, откроете глаза и будете себя чувствовать легко, комфортно и полностью здоровым, с новыми ощущениями и с новыми выводами, которые вы сделали сейчас.